15 марта в регионах России стартовала акция «День сдачи ЕГЭ с родителями». В этом году акция проходит уже в 6-й раз. На пробном экзамене родители получили возможность поменяться местами со своими детьми и попробовать всю процедуру на себе. Цель этой акции на самом деле дать родителям возможность понять, как происходит процедура сдачи ЕГЭ, снять напряжение. Таким образом, сегодня мы с вами посмотрим, как родители придут в пункт проведения экзамена. Они на входе покажут свои паспорта, у них проверят наличие телефона. Если он есть, им придется его сдать. Родители попробуют решить задания, которые даются детям на экзаменах, именно на ЕГЭ. И дальше посмотрят, как происходит процедура сдачи материалов уже в штаб. Для взрослых все организовано так же серьезно, как и во время настоящей аттестации. Все начинается еще до входа в аудиторию. Организация экзамена точь-в-точь, как у детей. Проход через рамки металлоискателей. Что у вас? Кстати, телефон перед экзаменом. Надо сдать. Все строго. Дежурные помогают найти места в классах. Организаторы зачитывают правила проведения экзамена, распечатывают комплекты заданий и раздают их каждому участнику. Во время проведения теста из аудитории попросили удалиться даже журналистов. ЕГЭ – лишь одно из жизненных испытаний, которые вам предстоит пройти. Будьте уверены, каждому, кто учился в школе, по силам сдать ЕГЭ. Все задания составлены на основе школьной программы, поэтому каждый из вас может успешно сдать экзамен. Последний раз за парты родители садились больше 20 лет назад. Взрослые говорят, пришли на ЕГЭ, чтобы почувствовать, через что вскоре предстоит пройти их детям. Ну, это волнительный процесс, это для каждого, для родителей, для ребенка волнительный. Поэтому лучше сегодня попробовать, как себя будет чувствовать ребенок, и уже дальше бойку держать. Ну, хотелось, конечно, убедиться самой, как все проходит на самом деле. Какие нюансы здесь есть, для чего, что бояться, о чем волноваться, чтобы уже потом предупредить своего ребенка, переговорить с ним и успокоить. Ну и, в принципе, очень хотелось на себе это все прочувствовать. Пришла, потому что тоже хочется почувствовать, как мой ребенок тоже будет сдавать, как будет волноваться. И пройти то же самое. То есть в школе я училась, но у нас такого не было. Хочется ощутить все, все волнения и все. На все у родителей вместо положенных 4 часов – 1 час. Несмотря на сокращенное время, взрослым предстоит выполнить все задания. Как и на настоящем ЕГЭ, аудитория оборудована камерами видеонаблюдения. Здесь руководители штаба могут наблюдать за тем, как проводится тестирование. Как отмечают организаторы, главная задача ЕГЭ для взрослых – дать понять родителям, не так страшен ЕГЭ, как его малюют, а излишняя паника и волнение напрасны.